Сказка про колокольчик по мотивам сказки Иоанна Рутенина. Жил в степи все лето колокольчик, любил он тепло и солнце. Но однажды проснулся колокольчик от сильного холода. Смотрит, а кругом все белым-бело, снег выпал, его и не ждали. И стал колокольчик замерзать, дрожит и думает: когда же придет тепло, ведь колокольчик не привык к холодам. В ту пору ехал по дороге Дед Мороз на санях. Увидел он цветок, подобрал, повесил на дугу своих саней и отправился в дальний путь. Понравилось людям, как разговаривает колокольчик, и они начали делать такие же колокольчики из серебра. Вот какая была интересная история с обыкновенным полевым цветком, который стал освещать своим звоном зимние празднества.